Тренером я воспринимаю любого человека, с кем я борюсь и тренируюсь. Начали! Саш, мы сейчас так время от времени задаем такой вопрос видным деятелям БЖЖ-сообщества. Как ты попал в БЖЖ? Ты можешь вспомнить? Конечно. Как это было? Может, это была какая-то интересная история? Да, наверное, ничего такого из ряда вон выдающегося. Я сначала с Олегом Купером тренировались мы по рукопашке, а тренер был самбист, очень хороший такой, Виктор Алексеевич Тонов. А, собственно, у нас большая часть тренировки была это самбо, соответственно, нам он привил борьбу, перешли в самбо. А, тренировались по самбо, но очень привлекал партер, тем более тогда был на пике ММА, Федор выступал там и все различные. И партер просто заинтересовал именно своей многогранностью и вариативностью. И, собственно, выбор пал на бразильское джиу-джитсу, нашли ближайший к нам зал, а в тот момент как раз открылась стрела, которая приглашала бразильцев. И все, выбор был очевиден. В каком это году было? 11-й год. А в самбо ты попал, рукопашный бой ты попал? С 9-го. С 9-го года я тренируюсь, да. Сколько тебе тогда было годиков? 18. То есть в пенсионном возрасте для спортсмена я пришел в спорт. Прекрасно. И первый твой тренер по джиу-джитсу? Глава стрелы был Дмитрий Селивахин, а черный пояс на тот момент у нас был Брукуту Родриго Кабрал. Ты прям попал на первую свою тренировку сразу к нему? Да. Прекрасно. И кто сейчас твой тренер? Сколько тренеров изменилось за время с того белого пояса до там? Я считаю так, тренером я воспринимаю любого человека, с кем я борюсь и тренируюсь. Я считаю то, что каждый человек, с кем ты проводишь на татами, ты от него чему-то учишься, и он учится чему-то от тебя. Поэтому можно считать то, что каждый вносит свой вклад. Но если рассматривать тренера как сенсея, как наставника, то здесь Крис. То есть он не меняется? С тех пор, как мы перешли под его руководство, с 2014 года я под его руководством тренируюсь. К сожалению, не получается тренироваться так, как хотелось бы часто. Потому что работа, все дела, насколько это возможно, оставляем связь. Окей, спасибо, Саш. Вам спасибо.